Мусорная реформа дошла и до малых сел. С начала года в Рогозихе стали вывозить отходы. За счет бюджета края и района поставили 7 вот таких контейнеров. Мусоровоз приезжает по графику. Здесь это раз в неделю. Для Рогозихи достаточно. Всегда полные. Бывают половинчатые, но не было так, чтобы пустые бункера. Всегда есть мусор. Естественно, проще вывозить с контейнеров, потому что это эстетично, то есть санитарные нормы, гигиенично, то есть и удобство для населения. Ты не ждешь машину, а непосредственно вынес, выбросил мусор. Большинство жителей села нововведение приняли, хоть и не сразу, и нашли в нем свои плюсы. Как ни странно, это оказалось экономичнее. Раньше нужно было мусор складировать у себя дома, потом вывозить на свалку. Не каждый имеет возможность, не каждый имеет транспорт. Это надо было искать транспорт, нанимать, платить деньги за это. До введения новой системы проблемы были и у юридических лиц. Несмотря на это, заключать договор с рекоператором многие организации не торопятся. Хотя, например, в школе новая система пошла на пользу. Раньше мы заключали договор с компаниями села Павловск, с предпринимателями Павловского района. Ну, это были определенные сложности и трудности. А экокомплекс работает по графику, график не нарушается, и отходы выводятся вовремя и в срок. Чтобы не было скопления мусора в бункерах, при их установке всю территорию Рогозихи условно разбили на зоны. Расставили емкости так, чтобы куда жители не отправились, на работу или в магазин, им всегда было удобно выносить отходы. При этом местные власти не отрицают. Обсуждение реформы на сходах проходило эмоционально. Сначала, конечно, с возмущением и непониманием, для чего это требуется в сельских условиях. А потом поняли удобства и стали пользоваться ими. Сходов было несколько, обсуждалось это все очень долго и бурно. А теперь жители Рогозихи активно включились в мусорную реформу. Изучают, какие отходы нельзя складировать в бункеры, и следят за порядком. Поэтому сельсовету даже не пришлось нанимать персонал для уборки площадок. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком.